Россия является основным торгово-экономическим партнером. По торговым оборотам мы занимаем первое место. Это 22,9% товарооборота Таджикистана приходится на Россию. Одно из лидирующих мест по инвестициям прямым – 1,6 миллиарда долларов. Наши торгово-экономические связи находятся на подъеме. На самом высоком уровне развивается сотрудничество в гуманитарной сфере. Вопросы безопасности занимают особое место в двусторонней повестке. У нас будет еще сейчас вот переговоры. Здесь вот мы поговорим в узком составе, потом в широком. Разумеется, очень важным является составляющая, связанная с обеспечением безопасности в регионе. И, безусловно, мы будем говорить, особенно в преддверии ОДКБ в Минске, будем говорить, конечно, по этой составляющей наших отношений и, прежде всего, касающейся Афганистана. Вам там вы чувствительнее и яснее все, что происходит на этом направлении. Поэтому эта часть будет очень, очень важной. Вопросы безопасности занимают особое место в двусторонней повестке. А сегодня хотел бы с вами обсудить состояние и перспективы нашего взаимодействия, а также международную и региональную тематику. Вы уже подчеркнули, я думаю, что в ходе переговоров мы еще продолжим. Есть очень много хороших дел, которые, как бы сказать, в экономическом и других направлениях. Награжден Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан. Условились и далее углублять оборонное, военно-техническое и антитеррористическое, антинаркотическое сотрудничество. В целом будем и далее предпринимать усилия по поддержанию мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. Для этого в том числе намерены и впредь активно использовать возможности, дислоцированные в республике 201-й российской военной базы. С президентом встретил. Хотел бы выразить особую благодарность правоохранительным органам и спецслужбам Российской Федерации за слаженную работу и координацию взаимодействия с профильными ведомствами Таджикистана. Наши страны тесно сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом, проявлением радикализма, контрабандой наркотиков, киберпреступностью и другими видами трансграничной организованной преступности.